Как делишки, ребятишки, с вами снова Эдисон, добро пожаловать в Майнкрафт, а точнее в новую серию нашего 6-го сезона с модом Пиксель Мод. И ребята, ставим лайки, если вы рады новой серии, потому что давненько у нас не было Пиксель Мода. Поэтому, ребята, кто ждал, кто надеялся, то, что он выйдет, не забываем ставить лайки. И тем более, ребята, чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия Пиксель Мод. Нам же действительно нужно закончить этот сезон, чтобы начать новый с новыми версиями. Поэтому, ребята, чем быстрее мы наберем 2000 лайков, тем быстрее вы получите свою новую серию. Не поленитесь поставить лайки. И также не поленитесь подписаться на мой канал, потому что каждый подписчик для меня настоящий друг. Я люблю своих подписчиков, я не боюсь это признать. Поэтому, ребята, я приглашаю всех вас вступить в нашу большую дружную семью. Секунда лайк, секунда подписка, потратьте 2 секунды, но за эти 2 секунды вы действительно сможете сделать мне приятно, и за это я вам скажу большое спасибо. А мы, ребята, приступаем к самому видео. Ну что, ребята, мы сейчас будем приступать к самой серии. Что мы будем делать? Во-первых, ребята, нам нужно сделать качалку, потому что в предыдущей серии, кто ее смотрел, я спрашивал, что вы, хотите ли вы, чтобы я сделал качалку или нет. Потому что, ребята, с качалкой у нас будет прям масса различных плюсов. А самый большой плюс — это то, что мы будем прокачивать наших покемонов. То есть платить за качалку и прокачивать наших покемонов. Тем самым мы закончим наш сезон в 2, в 3, а то даже в 4 раза быстрее. Поэтому, ребята, вы голосовали, и в этой серии я пойду и, наверное, где-то все-таки построю качалку. Пока что не знаю где, может потом я ее перенесу, но в данный момент я пойду в любое место, если честно. Ребята, знаете, что бы я хотел вам сообщить? Давайте, пока мы будем гулять, что бы я хотел вам сообщить? Вы можете подписаться на мою группу ВКонтакте и также добавить меня в друзья ВКонтакте. Почему? Потому что я... кстати, боссик появился. Кстати, с недавних пор я начал следить активно за группой. То есть я ее забросил там на какое-то время. И я, если честно, вообще к ней даже не возвращался. Там прям не знаю сколько времени, но очень много, очень долго ничего не выходило, не было никаких новостей. Но все же я, ребята, вспомнил про группу, я начал за ней следить, и я начал делать все, чтобы просто-напросто ее оживить. Поэтому, ребята, подписывайтесь и следите за новостями. Я каждый день буду что-то выпускать, каждый день буду выпускать какие-то, я не знаю, новости о том, что вышла новая серия, то есть различную информацию, различные опросы и многое другое. Поэтому, ребята, добавляйтесь в друзья и подписывайтесь на группу ВКонтакте. Это я просто сообщил, чтобы все знали. А сейчас, ребята, мы... Дайте-ка я зафигачу вот эту паниту, пожалуйста. Да, замечательно, хоть в принципе... хотел убежать, но не смог. Дай мне убежать! Нет, мне показалось, что там еще один босс, но все же, ребята, где мы... Да я тебе сейчас задницу твою круглую разорву. Иди сюда. Какой занос... заноза у нас... Да, заноза у нас 40-й уровень уже. Замечательно. Ну что, ребята, мы будем строить нашу качалочку где-то вот тут, мне кажется, в нашем раю покемонов. Только тут у нас... Это шайни, да? Это шайни и это шайни. Круто, да. Два одинаковых шайни заспавнились в одном и том же месте. Но это ничего, ребят, это ничего. Потому что у нас тут еще есть один боссик. Да, немного ему урона нанес, но все же праймейп. Ах, ты тоже, если честно, не прям силач. Ну, хотя бы чуть-чуть ты ему смог что-то снести, но все же наш языкастый друг, наш языкастый дружище, ты сможешь что-то вообще сделать в этом бою? Я так смотрю на тебя, и что-то у меня складывается впечатление, что ты нифига не сможешь сделать. Но твои урончики на пару FP, если честно, ничего не делают. Во, это уже другое дело. Да, замечательно, 5000 опыта сойдет. 5000 опыта, конечно же, сойдет. Ребята, в принципе, я думал то, что мы можем сделать где-то вот тут нашу качалочку, где-то вот тут на острове. Но сейчас я вижу то, что тут у нас мало места. А я, если честно, хотел ее сделать где-то под водой. Но сейчас это все делать, мне кажется, много все-таки время это займет. Очень много времени это займет. Поэтому знаете, что мы сделаем сейчас, ребята? Давайте я в этой серии покажу, как ее делать.
А вне серии, точнее до следующей серии, я ее перенесу на этот остров и поставлю ее где-то вот тут под водой. Будет у нас такая красивая подводная качалочка. Я думаю, что это действительно будет очень круто выглядеть. И чтобы сейчас просто-напросто не париться по этому поводу, давайте мы пойдем в какое-то другое место. Допустим, я не знаю, допустим, давайте пойдем... Экстрим Плюс. Да, нет. Хотя, в принципе, тут у нас кто? Тут у нас Райко может заспавниться. Нет, тут у нас Энтей может заспавниться. Я не знаю. Давайте все-таки, знаете что? В жопу этого Энтея. Вот честно, ребята, в жопу. Давайте мы пойдем лучше сюда и будем строить вот тут. Мне кажется, тут отличное место будет. Ну вот, допустим, вот тут. Что нам нужно? В первую очередь, чтобы они не убежали, давайте мы выроем, ну, сделаем... небольшую ямочку, допустим, где-то 3 на 3 блока, мне кажется, то, что этого хватит. Хоть и лопаты у меня нету, я слишком ленивый для того, чтобы ее сделать, но все же, ребята, пускай будет. Я просто в этой серии покажу, как делать саму качалку. И знаете что, ребята, давайте, вот сейчас я у вас спрашиваю правила. Какие вы правила хотите, чтобы я установил для качалки? То есть... сколько максимум Блисси мы можем убивать в одной серии? Потому что если мы будем без лимита качаться, то за одну серию мы можем закончить сезон. Хотя за одну серию так вряд ли. Но все же, ребята, какой лимит? 10, 15 или 20 Блисси в одной серии? И что самое главное, сколько за них платить? Одну бронзовую монету, две бронзовые монеты или три бронзовые монеты? Цену устанавливайте вы. Также, ребята, какие они будут уровни? То есть напишите, какие уровни вы хотите, чтобы были Блисси, да? То есть может там одна Блисси 20-го, другая 50-го, третья 70-го и так далее. Поэтому, ребята, решайте тоже вы. Ну что, в данный момент у нас есть... твою мать. В данный момент у нас есть 4 спавнера, и мы сейчас один с них поставим вот прямиком вот сюда. Круто. Я один как-то уничтожил. Вот еще раз посмотрим. Да, я как-то их уничтожил, но ладно, я сейчас себе верну. Блисси, ребята. Рарити. Я не знаю, вот честно, я так давно этим не занимался. Я так давно это не делал, то что я, если честно, уже забыл, как это все делается. Спаун, вот как-то вот так, спаун радиус. Что-то в этом роде. Вот честно, ребята, дайте я посмотрю, потому что, вот честно, я уже забыл, как это все делается. Я уже забыл просто-напросто, как это все делается. Давайте мы еще раз добавим. Вот, это мы удалили, Блисси. Давайте рарити 1 поставим. Вот так. Что-то в этом роде. Сейчас, ребята, я разберусь, потому что последний раз я вот это все делал, я не помню когда, поэтому что-то мы сейчас придумаем. Во-во-во, она заспавнилась, все, что нужно было. Назад, зараза. 57 уровень. То, что я сейчас ее убью, это ничего, ребята, я заплачу за это цену. Я выкину одну бронзовую монету, просто чтобы она, ну, не убежала куда-то, да, то есть не хочется отпускать Блисси 57 уровня. Это офигеть, какой большой уровень. Дайте мне, пожалуйста, Блисси, разреши нам себя убить. И сейчас вы в чате можете наблюдать ситуацию, кто такая Блисси. То есть я вам даже ничего не буду объяснять. Вы можете просто-напросто посмотреть на счетчик. Вот давайте я сейчас вам покажу. Сейчас, давайте, вот просто смотрите. Сколько опыта нам дало? На двух покемонов нам дало 26 тысяч опыта. С 57 уровня Блисси. И теперь посчитайте, ребята, за сколько мы серий сможем прокачать вот это все, вот это все, все наши команды, если мы будем прокачиваться на Блисси. Вот давайте, знаете что, давайте в этой серии мы убьем 10 Блисси. И за эти 10 Блисси я заплачу цену, я выкину 10 или даже, допустим, 20 бронзовых монет. Я просто хочу вам показать, какие будут изменения, если все же мы будем начинать прокачиваться на Блисси. И как быстро мы закончим этот сезон. Давайте, ребята, еще раз. У нас есть Close Combat теперь. Мы сейчас вообще Блисси будем рубасить. Пум, прям с одного, с двух ударов. И... у нас заноза уже 50 уровень, и у нас праймейп уже 49 уровень. Занозу мы уже выкладываем, праймейпу мы еще прокачаем. Да, один уровень, и мы его тоже выложим. Это уже минус 2 покемона. За сколько? За одну минуту? Где-то вот так. Поэтому, ребята, это мы уже можем снять. Допустим, сейчас у нас будет Ликитунг. Давайте, знаете что, давайте Экспершер тоже уже снимем, на всякий случай, чтобы просто-напросто не перекачать. Ликитунг, 38 уровень. Сколько мы уже? Мы уже убили 2 Блисси, да?
10-2. Нет, это третья Блиссия, вот. Чтобы не ошибиться, чтобы потом не говорили, что, мол, Эдисон, ты там одну Блиссию не дочитал, там, плати за нее, потому что ты ее не посчитал. Ликитунг 38 уровень. Поехали, ребята. Будем качать только его одного. Только Ликитунга. Все же, это будет так немножечко... А, если она еще лечиться будет, это вообще кошмар нафиг. Но мы его будем так по чуть-чуть прокачивать. И смотрите, 49 уровень Блиссий. И у нас 38 уровень Ликитунг. 26 кусков опыта. Он был 38 уровнем. Это босс Блиссий. Он был, офигеть. Это уже третья, это уже четвертая, это будет пятая Блиссий. Ребята, был 38, стал 43. 5 уровней за одну Блиссий. Если я сейчас не знаю как. А хотя не, нормальный там урончик, нормальный. Просто, если бы еще Ликитунг не расслаблялся, то, знаете, я его похвалил, то, что, мол, нормальный урончик, и он сразу стал промахиваться. Не-не-не, Ликитунг, ты красавец, давай, продолжай, давай еще две атаки, давай, поднажми немного, поднажми. Ну давай ты, языкастая жопа, не расслабляйся, давай. Еще чуть-чуть. Ах ты ж, матушку, ух ты, языкастая жопа, иди ты в жопу, потому что я, смотрите, пока я его убил, уже ночь наступила, пока я Блисси бил, уже ночь наступила. Давайте мы Фирова вызовем, если Фиро вообще что-то сможет сделать. Да вы издеваетесь, да я ж... И что мне сейчас делать, если ни один покемон не попадает по Блисси? Ну ладно, он что-то там сделал, вот, что-то там попал. Давай, пожалуйста, не расслабляйтесь. Дайте мне уже убить эту Блиссию. Я уже 10 минут тут сижу, не могу убить вот эту Блисси-босса. Блисси-босса. Это прям сочетание такое прям... Ооо, зараза. Ну, Харе уже хилится. Харе уже хилится. Чем бы мне тебе так хренакнуть разочек? Чтобы Блисси вообще поняла, кто тут босс. То, что не она босс, а кто тут реальный босс. Пожалуйста, дайте мы тебя законфьюзим. Confuse Ray, Блисси avoided the attack. Она увернулась от атаки. Confuse Ray avoided. Да харе... Все? Попали или не попали? Я не знаю. Ну, что-то там пошел какой-то прогресс. Я не скажу то, что сильно большой, но... Фигово то, что у Ликитунга уже атаки закончились. И я его, в принципе, я уже не могу ничем бить. Вот, эта атака что-то там еще делает. Хоть это займет офигеть как много времени. Ну, пожалуйста. А, твою мать, а. Ух, крит какой пошел с одного удара. Смотрите, сколько он жизни ей снес. Только не хилься. Я тебя прям заклинаю. Не хилься. Да не то, что... Блиссий, ладно, я тебя не заклинаю. Блиссий, я тебя прошу. Пожалуйста, не хилься. Ну, пожалуйста, ну будь нашим другом. И дай нам себя убить уже. Я уже 20 минут сижу, не могу. Взял я, короче, нашу занозу. Я, в принципе, знаю то, что мы сейчас перекачаемся, но выхода у меня, в принципе, другого нету. Ладно, перекачались, но не суть, ребята. Заноза 51 уровень, это пятая, нет, это четвертая, это пятая Блиссий была. Это, ребята, не суть, а потому что мы его быстренько сейчас докачаем. Еще одна Блиссий, это была пятая Блиссий, это будет шестая Блиссий. Это не суть, вот сейчас, давайте мы быстренько его докачаем. Сможем ли мы это сделать? Конечно же сможем мы это сделать. Это была шестая Блиссий, и вот сейчас я боюсь то, что мы все-таки ее перекачаем. Точнее то, что мы занозу перекачаем, поэтому не будем его тревожить больше. Давайте мы сейчас докачаем Ликитунга, если, конечно, это у нас получится. Охренеть, у него нету ни одного нормального покехил, вот так, замечательно. Ребята, вы видите, какой будет прогресс, если мы действительно будем вот так использовать качалочку. Это у нас 80... Какая это у нас серия? 82-я, 83-я серия? Честно, я не помню. Но все же, к сотой серии 32 тысячи опыта. Ребята, к сотой серии мы сможем закончить этот сезон. Подумайте.
Нужно ли нам эту качалочку? Нужно ли нам ее делать? Подумайте хорошенько, ребята. Если вы хотите новый сезон, решайте вы. Там, если честно, уже офигеть как много вышло новых версий. Офигеть как много. И там есть офигеть какие большие изменения. Вот честное слово, там есть большущие изменения. Поэтому, ребята, думайте, хотите ли вы новый сезон? Решаете вы. Потому что все-таки, я же спрашивал в предыдущей серии, в принципе, многие мне разрешили делать качалочку. Поэтому, ребята, я в этой серии и показываю вам, какой будет прогресс, если все-таки мы будем активно вот этим заниматься. Но все, что мне нужно знать, сейчас, дайте, вот так. Да, еще одна последняя, да и все. Все, что мне нужно знать, ребята, какое максимальное количество блисси мы можем убивать в одной серии. Я там вижу шайни, но вряд ли я его смогу словить, потому что у меня нету просто-напросто болов, да. Вот так давайте. Замечательно. Поэтому, ребята, какое максимальное количество блисси я могу убивать в одной серии? Сколько мне нужно платить за одну блисси? Сколько? И в принципе, что мне еще нужно? Какие уровни должны быть блисси? Потому что если блисси будет сотым уровнем, то мы за 5 серий закончим сезон, можно сказать. Ладно, 5 не 5, но все же это действительно будет очень даже быстро. Вряд ли я смогу словить, у меня нету нормальных болов, у меня вообще нету ничего. Я, если честно, не знаю, есть ли смысл делать какие-то болы. Или быстрее, например, закончить сезон. Потому что, ну, нет, это последний болл, это нетболл, и все, у меня больше в данный момент нету. Я, конечно, могу пойти в магазин и накупить себе прям нереально большое количество боллов, но... Дайвболлам нету смысла пытаться ловить, потому что дайвболл это для водных покемонов, а Данспарс это не водный покемон, поэтому нет смысла даже пробовать ловить его дайвболлом. Давайте мы просто убежим, да и все. Ну что, ребята, давайте я вам сейчас покажу. Заноза 53 уровень, то есть занозу мы уже перекачали на 3 уровня. Уже перекачали. Праймэйп 49 уровень. Фиров 49 уровень. Ликитунг 49 уровень. Дайте я посмотрю, сколько идет серия. 16 где-то минут. Сейчас мы быстренько отправляемся на остров, потому что еще немного времени у нас есть. Отправляемся на остров, и в первую же очередь мы сейчас докачаем нашу занозу. Ох ты, нифига себе. 48 уровень электрод, он шайни, конечно, но все же я его убью, не факт. Он вроде у нас уже есть, поэтому ничего такого страшного нету. Гранд Булл, их всех можно убивать, вот прям всех, неважно, какие они уровни. Вот какой? 55-й, замечательно, лечимся. Берем Lucky Edge, ставим на Праймэйпа. Праймэйп, бьем быстренько, слоу бро. Давай. Не расслабляйся, нам нужно как можно быстрее вас всех тут перебить. Да, какие вы тут уровни? 47 уровень. Замечательно. Кого? 50 уровень, замечательно. Берем Фирова, ребята. 39. Берем Фирова. Не, я случайно опять Праймэйпа кинул. Не нужен нам Праймэйпа, потому что если бы я его опять прикачал, было бы хреновенько. А что я там выучил? Вот эту атаку, да, я выучил? Да, сразу заметна разница, насколько... Твою нафиг, а? Я сейчас сам на тебя нападу. Иди в жопу, я сейчас сам. Уйди, пожалуйста. Ох ты назойливая скотина, ща я тебя... Ладно, если ты так хочешь в бой вступить, ладно, получай свое. Фиру, давай быстренько. Фиру, давай. Один удар, второй удар и третий удар. Замечательно, 50 уровень. Берем, ставим на языкастого. Языкастый, убьешь этого киллера, будешь молодцом. Да не Фиру, жопа ты... Не Фиров. Я же переключился на Ликитунка, почему ты выкидываешь Фирова? Не знаю. Давай, языкастый понос, потому что цвет у него реально какой-то... никакой. 50 уровень. За одну серию мы сейчас пойдем домой. Сейчас мы идем домой. За одну серию мы выкладываем 4 покемонов. Ребята, к 100 серии мы сможем закончить этот сезон. Да, если вот так будем дальше прокачиваться. Кого мы берем? Выкладываем занозу, берем Галета. Давайте выложим даже Lucky Edge, возьмем вот так. Выкладываем Праймэйпа, берем, допустим... Ну, допустим, кого бы взять, ребята? Быстренько думайте, кого бы взять. Галет, Чармандер, Амбрион, Хантер. Давайте возьмем Сквиртла. Фиров, нам нужен летающий покемон сейчас.
Зубат, он, в принципе, летающий, но на нем мы летать не можем. Давайте возьмем... Сиджлифа не хочу. О, давайте Шайни Люксио возьмем. Многие меня просили его взять. И давайте, да пофиг, Шелдера возьмем. 4 покемонов за одну серию мы смогли прокачать, ребята. 4. Задумайтесь. Задумайтесь, когда мы закончим сезон. Так, быстренько, 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 быстренько. Кого мы можем тут... Тут все прокачанные. Да, все, это первый бокс у нас, если я не ослеп немного, вроде первый бокс у нас отлично прокачанный. Да? Вроде. Вроде. Так, дальше. Кто у нас тут есть, кого мы можем переместить в второй бокс? Во второй бокс. А, я... О, Шанделура мы можем переместить. Вот сюда, замечательно. И... Эфирова мы можем переместить во второй бокс. Вот так, ребят. У нас первый бокс уже заполнен, мы начали уже со второго бокса. И это, ребята, все за одну серию. Чтобы не говорили то, что я зачитерил или что-то еще, я, как в принципе я и говорил, о чем была речь, то, что я выкину 20 монет. Я, если честно, пока что еще не знаю, какая будет стоимость, поэтому, ребята, я у вас и спрашиваю. Но 20 монет я выкинул, может, вы проголосуете за то, чтобы стоимость была 10 монет, но все же я выкинул 20. Ребята, сейчас мы будем заканчивать на эту серию, на этом серии уконченной шейдер. И вот смотрите, что творится за спиной, когда я включаю F5. Поэтому я от третьего лица и не могу смотреть. Ребята, вы знаете, что делать. Мне нужно знать ваше мнение. Не поленитесь, зайдите в комментарии и напишите. Хотите ли вы, чтобы мы закончили сезон к сотой серии? Напишите ваш, ну я не знаю как это, составьте список. Сколько максимум Блисси мы можем убивать в одной серии? Какие они должны быть уровни? И сколько мы должны платить за убийство одной Блисси? Если вы, конечно, хотите, чтобы мы закончили этот сезон как можно быстрее, начали новый сезон с новыми приключениями. Да, ребята, также не забываем ставить лайки, как обычно. Если вы хотите закончить этот сезон через неделю, вы знаете, что делать. Чем быстрее наберем 2000 лайков, тем быстрее выйдет новая серия. Не поленитесь. Секунда, ребята. Секунда. Секунда, это вот, вот, прошла секунда, но за эту секунду вы бы смогли поставить лайк. Не поленитесь, ребята, за это я вам скажу действительно большое спасибо. Набираем 2000 лайков, выходит новая серия. Чем быстрее мы это сделаем, быстрее она выйдет. Подписываемся на мой канал, каждый подписчик для меня большой друг. Я люблю и ценю и уважаю своих подписчиков. Кто еще не подписан, приглашаю вступить в нашу большую дружную семью. Я действительно буду тебе рад, если ты вступишь и присоединишься к нам. Действительно. Секунда лайк, секунда подписка, 2 секунды. За это я скажу тебе большое спасибо, если ты их сможешь потратить на меня. Вот честное слово, я буду рад этому. Также, как я сказал на начале этого видео, заходите в мою группу ВКонтакте, ищите там новости, точнее ожидайте новости, информацию, смешные посты и, в принципе, многое другое, потому что я активно взялся за эту группу. И также можете добавить меня в друзья и тоже следить за новостями на моей странице. Ребята, я скажу вам большое спасибо за просмотр, кто досмотрел это большое, длинное видео до конца, потому что многие перематывают, многие выключают, кто все-таки досмотрел, и я еще раз вам скажу большущее спасибо. На этом мы будем заканчивать, но не расходимся, точнее, приходим смотреть мои новые видео. Видео выходит каждый день, поэтому, ребята, я вас всех жду и жду вас каждый день. Тебе тут всегда рады, поэтому не ленись, приходи. Ребята, всем спасибо за просмотр, всем удачи и всем пока.